Здравствуйте, в эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Константин Аникин. Среда, 30 ноября. Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» в Абакане. Только до 4 декабря в ГЦК «Победа». Крупнейшая пятигорская выставка меха «Ангелина Сэм» в Абакане. Только с 21 по 27 ноября. Новые коллекции 2022-2023 года. Успевайте приобрести свою шубку по выгодным ценам. ГЦК «Победа», проспект Ленина, 69. В среду 30 ноября в Черногорске облачно с прояснениями. Температура воздуха днем минус 23, ночью минус 30 градусов. В Саяногорске пасмурно. Днем температура воздуха минус 21 градус. В вечернее время суток минус 28 градусов. Подобная метеокартина в Сорске. Днем температура воздуха минус 20 градусов. В темное время суток минус 31 градус. В Побазе малооблачно. Днем температура воздуха минус 18, ночью минус 29 градусов. В Абакане днем температура воздуха минус 23 градуса. В вечернее время суток минус 28 градусов. Ветер северо-восточный. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Уважаемые автолюбители, соблюдайте скоростной режим. Никакие зимние шины с самыми мощными шипами не уберегут вас, если вы попадете в ДТП на большой скорости. Скорость надо всегда выбирать в соответствии с погодными и климатическими условиями. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всем самого доброго. До свидания.